Thank you.
Thank you.
Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходит и зажигает. В кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист зажигает. Агония будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастрономы на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика, на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Потому что в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут предмет укладывать на предмет. 120 единиц предмет физика. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, дескать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия. Открытая дипломатия – то же самое. Ну, берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать? Oh,
будем. Вы хотите изучать мозг, сознание. Вывели железку и собираетесь проникнуть в непознаваемое. Это все равно, что изучать в бинокль звездный мир. Не в бинокль? Как вы сказали, в бинокль? Не в бинокль, милостивый государь, а в телескоп. И именно в звездные миры. Мозг миллиарды клеток. Воистину целое мироздание. Человек измерил расстояние до Солнца. Проник в глубины Вселенной. А о том, какие процессы происходят здесь, не знает. Это же стыдно. Человек должен понять свой мозг. Должен научиться управлять им. И это прямая задача физиологии. Остановитесь, Иван Петрович. Это таинственная область души. Души? Я, сударь мой, натуралист. И привык верить опыту. А вы уж не гадалка ли? Вот я до сих пор не мог обнаружить эту таинственную душу. А она непознаваема. Вы есть вы, а я есть я. У нас сидеют волосы. Мы стареем. Но каждый из нас остается самим собой, и это неизменно. Это не поддается изучению. Какую меру можете вы измерить мое личное я? Да чепуха! Все вы это выдумали! Кто вы такой? Кто вы такой? С какого возраста вы себя помните? Ну, лет с 3-4. А до этих до 4 лет. Где вы были? Где было ваше личное я? Не знаете? Была только почва, полученная по наследству. И ваше личное я образовалось постепенно в результате влияния внешней среды. Душа. Вздор! Так гиря, болтающаяся в ногах у науки. И чем скорее мы ее отбросим, тем будет лучше. И потом не путайте званцев. Мы сейчас не будем изучать человека. До этого далеко. Это цель. А сейчас тысячи опытов над животными. Наблюдать и наблюдать, нацелившись в неведомые глубины мозга нашим телескопом, нашей замечательной железой. Вы стоите на краю бездны, я не могу молчать. Остановитесь, учитель, остановитесь, пока не поздно. Ведь нет же существа без понятия души и духа. Назовите, как хотите. И мир не примет вашего объяснения. Что же, вы один против целого мира? Вы... трус! Вот что! Трус. Мы столько лет были вместе, а вы оказались так далеко. У вас предубежденный ум. Мозг создал науку, а теперь он сам будет подвластен ей. Вот истина человеческое величие. Вы мне предлагаете остановиться. Да, на меня будут лаять из каждой подворотни, возможно. Но наших собачек им не перелаять. В психиатрической клинике, наблюдая наших больных, нам удалось установить, что метод Ивана Петровича... Сидите. Ну, как себя чувствую? Спасибо. Сидите. Очень хорошо. Такая свежая, ясная голова. Говорят, я 2 недели спала. Я как будто все вижу впервые. Я так благодарна вам. А вот это ни к чему, ни к чему, ни к чему. Ну, а вот за вас я рад. Очень рад, очень. Ну, пойдемте. Мы вынуждены признаться, Иван Петрович, что ваш метод лечения сном дает поразительный эффект. А у нас, Иван Петрович, в университете новая клиника открылась. Это где это? Ах, Алма-Ата. Слышал. Мы там хотим, Иван Петрович, ваш метод целиком применить. Тактики сразу. Целиком. Да. Николай Сергеевич, да. Я прошу вас, объясните детально уход, дозировку, а потом мы побеседуем. Прошу вас, товарищи. Вот видите, этот больной уже 6 сутки спит. Thank you.
Thank you.
адреса в капле воды. Требуется цифровая камера с размером пикселей не менее 2 микрон. ДИК-микроскоп с призмой Намаскова. И объективы Планапо. Специальное программное обеспечение. Микро- и нанодекорации из биологических и химических процессов. Микродеформации паутины, радиолярий, водорослей, кристаллы и микросхемы в качестве микрожилищ и городов для микроорганизмов. Этот набор киностудии поместится на рабочем столе и позволит снимать не только научно-популярные, а и художественные фильмы с уникальными живыми героями. Балет бактерий, театр амеб, цирк инфузорий. Со временем появятся новые жанры и стили съемки микромир фильмов с практическими визуальными эффектами, например, каплизм, макроконструктивизм. Увеличение героев микромира до человеческого масштаба может пробудить к ним сочувствие, интерес к изучению и желанию защитить их исчезающее разнообразие. Увеличивая разрешение, можно увидеть все новые и новые формы жизни. Уже известным амебам и инфузориям могут добавиться долгуны, грибовики, эльпиоли, мимоиды, симметриады, хребетники и мелькальцы. Конструкции и структуры микроорганизмов могут использоваться для создания сетчатых оболочек домов будущего. Такие здания, способные трансформироваться и плавать, позволят выжить в экстремальных условиях Земли и космоса. Представим себе древнейшее земное сооружение времен расцвета Вавилона и Египта, воздвигнутое из живого, возбудимого, развивающегося вещества. Архитектоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на глазах формы греческой и романской архитектуры. Затем колонны становятся тонкими, как стебель. Свод делается невесомым, устремляется вверх. Арки превращаются в крутые параболы, потом заостряются, как в готике. Готика достигает совершенства, потом устаревает. Ее строгость сменяется оргией пышных форм. На наших глазах расцветает причудливая барокко. Постепенно, переходя вместе с нашими живыми сооружениями от одного стиля к другому, мы придем к архитектуре новой космической эпохи. Станислав Лем.